тоже что-то нависло в первый день. Сейчас мы на бассейне. Еще лед, но интенсивно тает. Посмотрим, что будет дальше. Сегодня хорошая погода. Градусов 10, наверное. Без ветра и солнца где-то. Градусов, наверное, 12-13 точно показывает. Так что, друзья, весна, ну... Вступила, можно сказать. Когда будем купаться, пока неизвестно. Недавно много воды не спускали, был каток. Но сегодня, конечно, классно. Пишу просто на себя видео. Пометить 9 апреля, что наконец-то пришла весна, то все холодно, холодно. И вот наконец солнышко, безветрие, тепло. Птички завели свои трели. Так что, друзья, немножко нам осталось. Без этой бумаги что? Лето. Все испытались. Пока картина следующая.